Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве HTC Desire 12S включить режим энергосбережения. Для этого открываем настройки, затем переходим в режим в раздел батарея, и затем режим энергосбережения. Можем его здесь переключать, и также можем установить для него функцию включать автоматически при заряде либо 15, либо 5%. И также можем переключать режим энергосбережения здесь, в верхней панельке. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!